Всем привет и добро пожаловать на борт. Сегодня мы расскажем и покажем, как установить измельчитель пищевых отходов в борт. Для установки любого измельчителя вам сперва потребуется демонтировать старый сливной сифон и очистить окружность возле слива. Начнем с мастер-эко и его F-Log. Для начала нам потребуется разобрать установочный комплект. Установите фланец с прокладкой в слив мойки. Напомним, если у вас мойка из камня или композита, рекомендуем использовать герметик. Накрутите прижимную гайку, наденьте крепежную гайку и натяните резиновый уплотнитель. Теперь можно подсоединить сам измельчитель. Установите сливное колено на измельчитель. Релиф раковины следует подключать к специальному выводу на этой же трубе, предварительно просверлив в ней отверстие. Обязательно следует установить U-образный сифон для гидрозатвора, иначе возможен неприятный запах из канализации. Очень важный момент – вход в канализацию должен быть ниже слива измельчителя. Подключаем пневмокнопку. Если в вашей раковине отсутствует специальное отверстие, следует его сделать перьевым или ступенчатым сверлом нужного диаметра. Перед первым запуском измельчителя следует включить воду и проверить все соединения на наличие течей. Если их нет, все хорошо, можно пользоваться. Как вы видите, в самостоятельной установке измельчителя нет ничего сложного. Однако мы все-таки рекомендуем обращаться к профильным специалистам. Мы всегда готовы ответить на любые ваши вопросы в комментариях под этим видео. До свидания.